Сегодня мы приготовим простую, но очень эффективную отбеливающую маску, которая прекрасно очистит вашу кожу от пигментных пятен, пятен постакне, выровняет тон кожи. Для маски нам понадобится сода пищевая, перекись водорода и молоко, любое. К 1 столовой ложке молока мы добавляем половину чайной ложки соды и несколько капель перекиси водорода. Все перемешиваем. Наносим получившуюся смесь только на область пигментных пятен с помощью кисти или ватного диска. Оставляем для воздействия на 15 минут, затем смываем теплой водой и наносим свой обычный вечерний ухаживающий крем. Как всегда напомню, что перед первым применением смеси нам необходимо провести тест на аллергию на сгибе локтя, а при выходе на улицу защитить кожу лица солнцезащитным средством. Проводите такие процедуры 1-2 раза в неделю, пока отбеливающий эффект на коже вас полностью не устроит. И обязательно напишите в комментариях, понравился ли вам этот рецепт. Мне очень важно знать ваше мнение.